Мои дорогие друзья, я Александр Пичу, и сегодня хочу представить вашему вниманию мой авторский арабский талисман «Как быстро вернуть любимого или любимую». Если долгое время он не появляется, где-то пропал, возможно, ушел к другой даже. Или вы поссорились и хотите восстановить срочно, как говорится, отношения, связь, общение, и не знаете, что делать. Этот ритуал как раз для этих случаев. Что нам понадобится? Выбираем любое время. Тут не нужна ни пятница, ни суббота, ничего. Главное, после захода солнца. После захода солнца готовим листочек. На листке, естественно, чернилами красными. Против часовой стрелки, как говорится, пишем. То есть, если вы, допустим, с этой стороны, то здесь цифровая комбинация, ее по часовой стрелке. Вот здесь цифровая комбинация тоже по часовой стрелке. Здесь буквенная против часовой стрелки. Здесь буквенная тоже против часовой стрелки наносим. После этого вы пишете такое заклинание один раз, как говорится. Именами этих духов я заклинаю и прошу, пускай такой-то, такой-то любит меня, как говорится, горит желанием, да? И идет ко мне сейчас вот-вот быстро. Дальше, что нам понадобится? Семена черного перца, желательно посвежее. Перемалывать их здесь не надо. Ну, хотя бы горсточку такую. Дальше, нам, естественно, оливковое масло. Лучше оливковое, непростое. Но если нет оливковое, простое. Возьмите масло немножко. А блюдце лучше огнеупорное, можно металлическое. Вот, и кусочек фольги, небольшой такой. Так, что мы делаем? Когда мы это все написали, сделали, мы складываем листок, как говорится. Сейчас покажу как. Треугольник. Вот мы листок складываем. Сначала, как говорится, вот так, да, в эту сторону. Потом начинаем складывать. Сначала сгибаем кусочек здесь, потом так и вот так. Получается у нас треугольник, как говорится. Все-таки правила нужно соблюдать и создаем кармашек. Покажу. Вот так. Получается у нас такой кармашек. Так видно? Вот. Дальше что мы делаем? Мы данный кармашек, естественно, заворачиваем в фольгу. Вот. Тщательно. Тут красота не имеет значения, понимаете? Тут главное, чтобы ритуал потом сработал у вас. Все мы это делаем, визуализируем четко, естественно. Мы хотим вызвать человека. Вот такой кармашек у нас тут получился, треугольничек. Дальше что мы делаем? Берем мисочку с перцем, ложим туда данное наше, как говорится, изваяние. Заливаем, естественно, это все маслом. И также то же самое слова, только главное огнеупорное. Ставим или на плитку, или держим над свечой. Нагревая это, пока масло не начнет немножко кипеть. Когда оно кипит, вы снова три раза хотя бы скажете, заклинаю этими именами духов, талисмана, я прошу, пускай это такой-то вернется к ним, ко мне, пускай горит любовью ко мне, и ведите его сейчас вот быстро. После этого, когда вы так процедуру сделали уже, три раза сказали, вы все эти остатки заворачиваете в еще одну фольгу, ну, еще один кусочек фольги, и просто уносите подальше от дома. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного, развивайтесь, как говорится, удачи!